Знамя Южно-Российской парламентской ассоциации председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов вручил председателю Законодательного собрания Севастополя Владимиру Немцову. Также он был награжден высшей наградой Республики Крым орденом за верность долгу. У нас сложились традиционно хорошие рабочие конструктивные отношения с парламентом города-героя Севастополя. Владимир Владимирович на этом посту зарекомендовал себя как очень уважаемый и очень интересный парламентарий. За эти два года у нас сложились хорошие отношения, выстроилась работа. Мы являемся членами Южно-Российской парламентской ассоциации, активно работаем в рамках комиссии по Крыму и городу Севастополю. Парламентарии проводят большую работу по подготовке законодательных инициатив. Мероприятия в рамках Южно-Российской парламентской ассоциации пройдут весной следующего года в Севастополе. Для нас это большая честь, и для меня лично также большая честь, большая ответственность. И мы постараемся сделать так, чтобы та планка, которая действительно поднята высоко, планка по организации пленарного заседания, по организации конференции, не уронить ее, и мы постараемся этот уровень удержать.